Всем привет, ребят! С вами Настя, и вы на моем канале. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. А также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем приятного просмотра! Сейчас на часах 22:24, и я снимаю это видео. Поэтому если у меня пересвет, потому что я не совсем еще умею устанавливать правильно свет, то извините и смотрите дальше. Сегодня мы поговорим, о чем не стоит говорить парню своей избраннице на первом свидании. Первое свидание – это волнующий момент в жизни каждого человека, и все через это проходят. Многие усердно к этому готовятся, думают, о чем поговорить и как покорить сердце понравившегося вам человека. Но большинство не задумывается о том, что же все-таки не нужно говорить. В данном видео мы это и обсудим. И первый пункт – это здоровье. Проблемы вашего здоровья не будут интересовать девушку на первом свидании. Не стоит думать, что вы будете выглядеть героем в ее глазах, рассказывая о своих хронических болезнях и борьбой с ними. Единственное, что вы можете получить – это сочувствие. Но это же не наша цель, правильно? Поэтому поехали дальше. Второй пункт – заумные фразы. Никто не любит общаться на техническом языке или же выслушивать умные высказывания по любому поводу. Не всем понятен этот язык. Потребляя массу заумных фраз, девушка в лучшем случае подумает, что вы трудоголик. Или же пытаетесь выставить ее полной дурой. И третий пункт – это ваши бывшие подружки. Напоминать на первом свидании о своих бывших девушках – это плохой тон. Во-первых, высказываясь в их адрес, это нелицеприятно. Вы дадите девушке понять, что и сами имеете массу комплексов и недостатков. А во-вторых, девушка должна быть уверена, что прошлое осталось в прошлом, и вы настроены на новые конструктивные отношения. Четвертое – это тема спорт. Многие девушки терпеть не могут спорт помимо фитнеса. Возможно, вас будет разрывать желание поделиться впечатлениями от вчерашнего матча, но будьте готовы к тому, что девушка может не поддержать ваш энтузиазм. И пятый пункт – незнакомые ей люди. Если хотите испортить свидание, то смело рассказывайте ей о тех людях, с которыми она не знакома. Высказываясь о ваших знакомых или друзьях, вы рискуете показать не только свои достоинства, но и недостатки, так как она будет судить вас по высказываниям об этих людях. И шестой последний пункт – это автомобили. Всем известно, что мужчины без ума от машин. Но ваш захватывающий рассказ об устройстве двигателя и количестве лошадиных сил ей может быть совсем не интересен. В принципе, на этом все. Я выделила 6 основных пунктов, о чем не стоит говорить на первом свидании, если вы хотите показать себя в лучшем образе. Но также не переиграйте, будьте самим собой. И если это видео было полезным для вас, то поставьте палец вверх. И всем пока-пока!